Освоить азы компьютерной грамотности, узнать, как работает компьютер, научиться пользоваться интернетом. Свободно разбираться в этой информации легко молодежи. А вот людям пенсионного возраста компьютерная наука может даваться с трудом. Жители микрорайона Чкаловски решили, что им такими навыками овладеть необходимо. И обратились с просьбой к главе района. Эту инициативу очень активно поддержали члены молодой гвардии. И мы попробовали вот такой проект, волонтерский проект, когда молодежь будет обучать людей преклонного возраста. Ну а наше учреждение «Лесная сказка», Центр дополнительного образования людей, предоставил нам помещение, предоставил оборудование. Группа набралась из 10 местных жителей. Молодогвардейцы уже провели первое занятие, на котором рассказали об устройстве компьютера, обучили работе с текстовыми редакторами. На такие знания совершенно, можно сказать, хаотичные. То есть мне хочется все это привести в систему, вот, и разбираться хорошо, в общем, в компьютере. Компьютер и интернет дают огромные возможности в наше время для общения. В интернете, в социальных сетях, собственно говоря, посмотреть много интересных можно фильмов, книг. Пожилым людям очень часто не хватает как раз общения, и мы хотим, собственно говоря, помочь людям скоротать время. Кроме того, компьютерная грамотность, навыки работы с интернетом облегчают взаимодействие с социальными структурами. Оплату коммунальных услуг там со Сбербанком можно рассчитываться через Сбербанк, я этого еще не умею. Время научиться есть. Впереди у новоиспеченных студентов 7 часовых занятий, после чего они пройдут аттестацию, и активных пользователей интернета прибавится. Наталья Медведева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».